В Польше демонтирован памятник советскому воину-освободителю. Он был установлен у администрации города Мелец на юго-востоке страны и представлял собой практически точную копию монумента в берлинском Трептов-парке. Солдат в одной руке, держащий ребенка, в другой меч. Где сейчас находится скульптура, неизвестно. На прошлой неделе сообщили, что в другом городе того же подкарпатского воеводства под угрозой сноса еще один памятник советским воинам. Окончательное решение о его судьбе обещали принять в следующем году. А в польском городе Гавролине вандалы на днях разрушили свыше двух десятков надгробий на военном кладбище, где похоронены более 11 тысяч солдат Красной Армии. Российский МИД потребовал от Варшавы официальных извинений и наказания виновных.